Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про стан житлово-комунального господарства міста Дніпро. З нами заступник міського голови Михайло Лисенко. Михайло Лисенко, заступник міського голови Дніпра, має дві вищі освіти – за фахом інженер-технолог та магістр державного управління. Депутат Дніпровської міської ради, очолює департамент благоустрою та інфраструктури. Хобі – музика, кіно, тварини. Михайло Олександрович, радий вітати вас у нашій студії. Власне, цими днями місто святкує День міста. Що для вас означає бути дніпрянином? Взагалі, вам комфортно жити в місті? Ну, що означає бути жителем міста? Я думаю, так як, знаєте, була така у Гайдара там п'єса, починалася на фразами, що таке щастя, це кожен розумів по-своєму. Тому для кожного жителя, я думаю, є якісь определені свої критерії. Для мене бути жителем міста – це, прежде всего, в зв'язку з тим містом, де я працюю, і то, за що я відповідаю, це робити міст максимально комфортним. І, звісно, хотілося б зробити все одним щелчком пальця, але, к сожалению, не завжди це виходить. А в частності, я стараюсь для того, щоб наш город змінявся. Если приводить какие-то конкретные примеры, то есть я там одним из моих там приоритетов, это если я там где-то бываю за рубежом я бываю очень часто, я всегда стараюсь находить для нашего города что-то очень нужное, что-то полезное, будь то люки, будь то ливневки, будь то уличное освещение, либо систему там прочистки канализации и так далее, и стараюсь по максимуму привлекать это все в город для того, чтобы наш город изменялся, для того, чтобы жители в нем чувствовали себя максимально комфортно, причем делать это каждый день, а не перед выборами, чтобы смотреть на горожан исключительно с бигбордов, либо раз в 4 года устанавливать им какие-то там лавочки или урны. Вот, в принципе, это мой такой основной посыл, это вот мой основной критерий, как это я вижу на сегодняшний день. Да, ну, стосовно Дніпра, є декілька таких відомих фраз, що не перше місто, але й не друге. Історія ділиться там на три періоди – до Петровської, Петровської, Дніпропетровської. Я хотів би запитати трохи з іншої точки зору. От відчуття регіонального патріотизму у вас є? Тобто, от я дніпрянин, я такий крутий. Несомненно, несомненно. Тобто, город – це номер один. Даже если так, может быть, нельзя так и говорить, то есть страна или город, за что ты испытываешь больше патриотизм, то есть я патриот своей страны, патриот своей родины, но испытываю патриотизм гораздо больше за наш город Днепр. Так, Михайло Олександрович, пропоную перейти вже до справ наших насущних. Почнемо, мабуть, з бюджету міста, який скорочений і, власне, через пандемію, через епідемію коронавірусу надходження значно скоротилось, що також вдарило, власне, ну, мабуть, по всіх. По ЖКХ це дуже сильно вдарило? Скорочені якісь програми, видатки там на комунальників, якісь проекти закриті? Ну, більше 2 мільярдів гривень утягнуто з бюджету міста нашей центральной власти, как вы считаете, 2 миллиарда гривен. Но было 15, зараз 13. Больше 2 миллиардов гривен, а бюджет департамента благоустройства и инфраструктуры всего 2 миллиарда гривен. То есть на 2 миллиарда гривен пришлось сократить какие-то там наши программы, пришлось сократить какие-то наши ремонты, реконструкции, которые у нас были масштабные. Да, к сожалению, центральная киевская власть нас ограбила. То есть, но, тем не менее, мы продолжаем все основные инфраструктурные проекты. Это и набережная, и, крестьянский спуск, и другие реконструкции по городу. Да, очень тяжело. Да, это был действительно нож в спину именно нашему городу. Для нас действительно это оказалось очень серьезной проблемой. Причем часть средств у нас была направлено из этих 2 миллиардов гривен, которые у нас, не побоюсь этого слова, уперли из бюджета, они были предназначены и для повышения заработной платы тем же учителям и тем же сотрудникам медицинских служб. Это муниципальная надбавка, да? Да, это была муниципальная надбавка. К сожалению, 2 миллиарда гривен
центральная власть у нас забрала, но я думаю, они так посчитали, что они им нужнее, чем миллионному городу. Ну, окрім того, як я сказав, напевно, і недоотримав бюджет те, на що розраховував. Мало того, що дійсно у нас, то есть, если говорить в общих цифрах, то где-то этот год очень тяжелый год. И в связи с коронавирусом, вы же прекрасно понимаете, там освободили еще же от уплаты там земельного налога, различных налогов. То есть у нас город где-то потерял порядка 3 миллиардов гривен. И тем не менее, минус 3 миллиарда гривен. Мы продолжаем все наши программы, мы продолжаем все наши работы, мы продолжаем все наши реконструкции. Да, если было бы плюс 3 миллиарда гривен, их было бы гораздо больше. Тем более эти деньги мы аккумулировали для того, чтобы максимально выполнять эффективно все наши программы, в том числе и городские. Так, ну вы сказали, что основные программы там по реконструкции набережной и иншие, по реконструкции, мабуть, да, ну нельзя сказать, что по реконструкции набережной. Огромное количество реализуемых проектов в этом году, огромное. Ну, я про них могу рассказывать 30 минут, и думаю, нам передачи все не хватит. Так, ну про якісь ми, я думаю, поговоримо, але все ж таки, от у зв'язку із скороченням, там, я не знаю, довелось відмовитись від ремонту якоїсь, ну, внутрішньоквартальної дороги, чи що? Ну, от один-два конкретні приклади, від чого довелось відмовитись саме у тій сфері, за яку ви відповідаєте? К сожалению, да, пришлось остановить некоторые ремонты, не остановить, а не выполнять некоторые ремонты внутриквартальных дорог, поскольку они у нас были заложены с учетом того, что нас не грабят на 2 миллиарда гривен. Но тем не менее, сейчас у нас, вот только сегодня, у нас происходит реконструкция внутриквартальных дорог одновременно в 32 дворах. Вот только на сегодняшний день, я с утра все объехал, 32 двора. Было бы не 32, было бы 64, как минимум. К сожалению, на чем-то пришлось сокращать. К сожалению, купили не такое большое количество троллейбусов, как планировали. К сожалению, купим не такое большое количество трамваев, как планировали. Но, тем не менее, жизнь продолжается. Я думаю, все уже горожане поняли, что из себя представляет центральная власть, и видят разницу между стремлениями местной власти, городской и центральной. Я думаю, жителям больше уже рассказывать ничего не надо. Все оценили. Ну так, у багатьох містах, напевно, дорікають ті ж самі проблеми. Я говорю про великі там і Харків, Одеса, Львів. Але це, мабуть, такі політичні питання. Не будемо їх сьогодні торкатись. Не будемо, пожалуйста. Ну, спробуємо. Давайте. Так, давайте про те, що, власне, робиться. Зокрема, це реконструкція вулиці Яворницького. Що там? У нас она состоит из двух частей. Прежде всего, это будет площадь Шевченко, которая уже практически большинство всех работ уже закончены. Улица Яворницкого, мы планируем закончить ее до максимум 1 ноября этого месяца. Вы видели, мы провели там колоссальный объем работ, там были заменены полностью все существующие коммуникации. Там сейчас заканчивается первый и второй этап восстановления этой улицы, то есть там будут различные архитектурные формы. Кроме того, улица Яворницкого станет, еще раз говорю, улица Яворницкого станет пешеходная, потому что кто-то услышит, сейчас скажет, ой, они там проспект Яворницкого хотят сделать пешеходным. Нет, улица Яворницкого – это от центрального входа в парк Шевченко и до так называемого, в городе, как у нас называют его, Сачка. То есть мы в этом году закончим эту реконструкцию и в следующем году будем выбирать другие локации. У нас есть огромное количество проектов на следующий год. И если я надеюсь, что в следующем году уже ни у кого не поднимется рука, особенно после местных выборов, грабить местное самоуправление таким подобным и подлым образом, как это было сделано в этом году. Я думаю, что количество реконструкций, те, которые произведены были в этом году, в следующем году увеличится как минимум вдвое, а то и втрое. Так, а власне, от сама вулиця, да, відреконструювана, вона буде схожа чимось на вулицю Короленка? Я чому питаю, трохи пізніше поясню. Да, похоже. Так, от чому я, власне, питаю? Буквально днями у цій студії я спілкувався з депутатом міської ради Олександром Сиротою. Ну, він, в принципі, відомий забудовник у минулому, да, зараз він говорить, що так, майже відійшов від справ. Він говорить, що з його точки зору, да, от не все подобається, тому що так модернове і таке інше, да, він більше звик до, скажімо, так, класики, да, от Катеринославський бульвар він приводить для прикладу. От вам особисто більше нравиться, подобається модерн чи класика? Мені, якщо говорити в частності о вулиці Короленко, поскольку этими проектами займався весь наш департамент, займався непосредственно мер города, нам этот проект очень нравится, и я считаю, что будущее исключительно за такими. Но некоторым людям вообще нравятся, ну, знаете, там, побеленные тополя, деревянные лавочки там, и газоны. Я считаю, что город Днепр
один из самых ключевых городов в нашей стране, и он обязан, и он будет иметь самый современный облик в нашей стране. Каждый год, каждый месяц, день за днем мы планово будем его менять. И планово будем менять его обязательно. Вы же помните, сколько было криков по поводу, ой, что же они там сделали, уничтожили. А вы сейчас видите какие-то негативные отзывы по улице Короленко? Там сейчас и днем, и вечером не протолпится. Угу. Там сейчас собираются все. Вся молодежь, все, всем нравятся локации. Я считаю, там были использованы, я не считаю, я вам об этом говорю, там были использованы самые современные, самые лучшие материалы. Действительно, то есть улица получилась достаточно креативной. Ну, вы знаете, десятки людей, десятки мнений. На сегодняшний день, я считаю, улица хорошая, и в таком же ключе мы будем продолжаться дальше, дальше и дальше. Це стосується центру міста поки що? Не только центра города. То есть, если мы... У нас есть запланированные определенные локации в центре города, но тем не менее, начиная с следующего года, у нас есть запланированы проекты во всех районах города Днепр, в том числе отдаленных, в том числе и на Северном, и на Парусе, и на проспекте Калинина, и на проспекте Петровского, везде. Очередь дойдет абсолютно до всех. У нас есть планы и проекты на каждый район нашего города. Так, я хотів би трохи повернутися назад у нашій розмові, да, до вулиці Яворницького, зокрема до площі Шевченка. От я так перелистую Фейсбук, да, і інколи зустрічаю такі пости з негативними відгуками стосовно того, що були замінені оці забори при вході, металеві забори, угу, при вході в парк Шевченка. От, що були такі фігурні наче, а зараз це там порівнюють ледь не там, я не знаю, не з тюрмою якоюсь. Чому виникла така необхідність? Це якісний матеріал, який замінний був? Ну, мало того, что материал был качественный, кроме того, это существующая стенка, существующие колонны, она была в ультрааварийном состоянии, и по большому счету, благодаря, я не знаю чему, что, или это просто случайное стечение обстоятельств, что она не упала никому, извиняюсь за выражение, на голову, либо на какое-то транспортное средство, либо на кого-то еще. Не делать ее просто было невозможным. Ну как вы себе представляете? То есть мы бы отремонтировали площадь Шевченко, а этот существующий забор оставили в этом ужасном состоянии? Нет. Материалы используются качественные, все восстановлено, я думаю, там... На День города жители смогут это все оценить. Угу. Так, стосовно самого парку, вже трохи так нижче від площі, да, хотілося б трохи поговорити. От я декілька тижнів тому робив інтерв'ю з Геннадієм Корбаном. Він говорив, що парк буде там дуже сильно перебудований, модернізований. От, напевне, ви знаєте якісь подробиці щодо цього. Що там буде? Що планується? Може, вирубка дерев? Чи, ну, вирубка, я маю на увазі, то, що будуть посаджені якісь нові, чи я не знаю. Може, буде відреставрований на нарешті Палац студентів, хоча це пам'ятка національного значення, там багато треба погодження з міністерствами. Що там от буде? Прежде всего, якщо хтось не знає, то документів, а іменно, то есть, якщо любой человек, любой застройщик, любой гражданин, если он хочет провести какую-то реконструкцию, либо что-то построить, это начинается с чего? С документов на землю. Но никто не знает, что ни под парком Глобы, ни под парком Шевченко никогда не существовало оформленного земельного участка. То есть с тех пор, когда в доме Потемкина, за который вы говорили, mm-hmm, там, когда был в свое время когда-то там штаб гестапо, и с тех пор, как там маршировали там немцы по нашему городу, с тех пор документов на землю нет. Мы этим вопросом начали заниматься 2,5 года назад. Я думаю, что к весне очень сильно постараемся, чтобы к весне следующего года мы оформили земельные участки и под парком Шевченко, и под парком Глобы. А чтобы было понятно, парк Шевченко – это парк, это природно-заповедный фонд. И любое согласование, любая реконструкция идет в том числе через кабинет министров. Сразу хочу сказать, реконструкция будет глобальная, реконструкция будет масштабная. Это будет, давайте так говорить, где мы начали делать реконструкцию с замазыванием глаз. Если мы заходим, мы делаем что-то капитально и делаем глобально. И это коснется и парка Шевченко, и парка Глобы. Обязательно.
Так, а от можна трохи докладніше, щоб наші глядачі в тому числі зрозуміли, да? Ви сказали, що останні там якісь документи про землю там були ще в 40-х роках. Не було ніколи. Ніколи не було, взагалі ніколи не було. Ага. Ніколи. Да, так от, я хотів би уточнити, що означає оформлення землі, от більш докладно про це, да? Тобто сам процес, це оформлення на кого, на що, як? Оформление земли непосредственно на Днепровский городской совет, что он является собственником этой земли. Но если говорить о парке Глобы, то там даже деревья, которые падают, сухостой и так далее, они до сих пор числятся на Центральном райсовете. И для того, чтобы принять их на баланс, необходимо обследовать каждое дерево, сделать подеревную съемку, замерить диаметр ствола каждого дерева, его ориентировочный возраст и так далее. После этого его можно передать на баланс. Вы можете каждое дерево сделать геодезическую съемку. Бюрократия бессмертна. Мы это бюрократия бессмертна и непобедима, но мы это сделаем обязательно. Угу. Обязательно. Этим занимаемся планомерно і масштабно, обов'язково зробимо. А от, скажімо, така річ, от, скажімо, є і на Монастирському острові, який є частиною парку Шевченка, і там у парку Глоби якісь старі от атракціони, да? Ну, вони ще функціонують, але так-сяк, да? Ну, мабуть, в аварійному стані. От вам, ви не плануєте, ви не думали щодо їх там, я не знаю, ліквідації чи модернізації якоїсь от саме цих механізмів, оскільки, ну, дійсно, там все таке ржаве і страшне, теж колесо огляден, да, воно може в будь-який момент банально впасти. Я думаю, ми це зробимо з привлеченням обов'язково частного бізнесу. Тим більше, я вважаю, подобні атракціони, тобто городський совет, ну, це моя сугубо лична точка зрення, причому всі рішення у нас будуть прийматися колегіально, але моя лична точка зрення, я вважаю, що всі подобні мероприятия, в том числе и развлечения, это должен быть частный бизнес, это должен быть аутсорсинг под контролем города. Если устанавливаются аттракционы, я считаю, у нас достаточно большое количество предпринимателей, как в Украине, так и за ее пределами, которые будут согласны на каких-то ясных и понятных условиях вложить деньги в современную инфраструктуру, в инфраструктуру развлечения. Лично я противник того, чтобы город Днепр тратил какие-то денежные средства на какие-то аттракционы. Это должен быть частный бизнес, аутсорсинг. Это вот моя личная, сугубо исключительно личная точка зрения. Это надо приводить в порядок, и это будет приведено в порядок. Если мы куда-то заходим, повторю вам третий раз, мы делаем все глобально. И аттракционы, и озеро, и деревья, и плавающие рыбы в пруду. Ну, будемо сподіватися, що це на Харків буде схоже все-таки. Гораздо лучше. Харків буде пасти із задніх. Так, ну, будемо сподіватись. Михайло Олександрович, давайте дещо до іншої теми. Метро. Що там зараз відбувається? В метро проходять взривні роботи. Як ми бачимо, ні один дом не ушел під землю, коли всі кричали, як тільки почнуть проводити взрывотехнічні роботи, весь город обов'язково провалиться. Як ми бачимо, работы продолжаются успешно. К сожалению. И, кстати, был у нас недавно господин Саакашвили, который внес в ясность, почему же город Днепр целый год не строил метро. У него была пресс-конференция, он дал пояснение, что он действительно, а это правда, он лично занимался этим вопросом 2,5 месяца. У него мэр не слазил с головы. У него мэр жил на шее, в телефоне, как у всех послов, как у всех на свете. При том, что неоднозначные были стосунки там в 15-м году. Неважно. Смотрите, то есть у мэра же нет такого понятия однозначные отношения, неоднозначные отношения. Для него приоритет город. Он будет за город, он будет договариваться с кем угодно, с чертом, с кем угодно. Он будет договариваться. Да, пошел, договорился с Саакашвили, да, пошел там, да, был у посла Великобритании, да, он был у посла Люксембурга, это те представители тех стран, которые финансируют наш проект. Это банк ЕИП и ЕБРР. Один находится там, один находится там. Действительно, он провел такой серьезный мозговой штурм. Если честно говоря, ну так вот, без пафоса, если бы этого не произошло, ну, в последние 3-4 месяца у меня, если честно, начали по поводу метро уже опускаться руки. То есть, ну, когда корпорация с мировым именем строит метро на всех 5 континентах, а в городе Днепр оно не может получить разрешение на взрывы. Ну, честно говоря, я уже думал,
вот если, честно говоря, я уже подумывал, что же делать, и я, честно говоря, уже даже на некоторые моменты потерял надежду, меня там мэр постоянно там взбадривал, раздавал мне там подзатыльники дружеские и так далее, мы додушим, все будет хорошо, но, слава богу, видите, все получилось, работы идут планомерно, но, к сожалению, год полностью профукан. Если бы год назад компания «Лемак» получила разрешение на взрывы, мы бы уже осуществили проходку, мы бы уже вышли далеко от станции метро «Центральная», и думаю, мы где-то уже были там бы под 16-м стволом. Так, я правильно розумію, що зараз вибухові роботи ведуться десь в районі театру Горького? Да, в районе театра Горького. Они ведутся в направлении, как проводятся взрывные работы, как в направлении. Там же у нас получается две линии метро, да, угу. То есть одна в сторону центра, вторая в сторону вокзала. Угу. И взрывные работы проводятся в четырех забоях одновременно. То есть нет смысла, что в одном там тоннеле, в одном столе, а четыре забоя, в четырех забоях каждый день проходят взрывы. Слышат и горожане, не слышат. Я знаю большое количество жалоб не на взрывные работы, а о том, что ночью выгружают породу в самосвалы и по ночам вывозят. Но, к сожалению, в дневное время суток это сделать невозможно. Если такое количество тяжелой крупногабаритной техники будет выезжать днем, они просто парализуют работу всего центра. Угу. Так, збирались не торкатись політичних питань, але ви от згадали Михайла Саакашвілі. Я був на цій прес-конференції, спілкувався з ним, власне, стосовно метро також. Хоча інші журналісти стосовно метро задавали питання, але все ж таки він сказав, що ця проблема, зокрема з вибухами, це проблема бюрократії. З вашої точки зору, це проблема бюрократії, чи все-таки те, про що ми спочатку говорили, певного протистояння центр та місцевої влади? Чисте протистояння центр і органи місцевого самоуправління. Оскільки та компанія, яка отримала розрішення на взрив у нас, год не могла отримати, на території Западної України вона отримує його за 3 тижні. Здесь нет бюрократія бюрократії, але це були чіткі указання. Точно такая же ситуация, как вы же слышите, уже все средства массовой информации уже стало достоянием общественности. Откуда же появилась пари на мост? Угу. Господин Богдан в прямом эфире у месье Гордона сказал, что это я, говорит, посоветовал мэру. Чем это обернулось? Ужасом, кошмаром и коллапсом. Да. Вот після інтерв'ю, що у ГБР викликають через кого? Богдана. Та ладно. Да, вчора була там чи позавчора інформація, але там стосовно стосунків із Росією, таке інше, понятно. Не стосовно парі. Михайло Олександрович, от все-таки ви згадали, що оті вибухи, які відбуваються, вони не шкодять там будинкам, таке інше, да? Все-таки є 100% гарантія, що, скажімо, надземна інфраструктура не постраждає яким чином від тих робіт, які відбуваються? Як говорив класик, 100% гарантію вам може дати тільки страховий поліс. І, кстати, у компанії «Лемак» все будівництво по всьому протяженню метрополітена застраховано в одній із європейських, не українських, європейських компаній. Тобто, кожне здання, кожен об'єкт, якщо, не дай Бог, з ним щось відбудеться, а на сьогоднішній день ці ризики равні практично нулю, ну, чтобы вам было понятно, давайте будем говорить так, вот у нас минимальная глубина, на которой происходит взрыв на сегодняшний день составляет 45 метров. Угу. То есть на глубине там 45 метров, можете себе представить, сколько это даже не 16-этажный дом. Угу. И максимальная глубина порядка там 77 метров. Объем взрыва, объем закладываемого взрывчатого вещества очень четко замеряется и прослеживается инженерами. И когда эти инженера установили на поверхности, непосредственно под теми местами, где проходят взрывные работы, датчики, то, я об этом говорил, вибрация от проезжающего трамвая маршрута номер 1 в несколько раз больше, чем от взрывных работ. То есть ее, в принципе, по большому счету ощутить невозможно никак. Ну, 45 метров, и закладывается минимальный заряд взрывчатых веществ. Тем более, это же не то, что там вложил кто-то взрывчатку и произошел взрыв. Нет. В каждом забое засверливаются в шпуры вставляются шашки с минимальным повреждением для того, чтобы не было дополнительного вывала грунта, чтобы не было дополнительного вывала породы. То есть это все контролируется и контролируется каждый день. И компания «Лемак», и компания «Свитекс», и компания «Инженер», которая у нас находится, ЛФ, а также службами МЧС. То есть на сегодняшний день
Я не вижу совершенно, абсолютно никаких рисков. В настоящий момент я вижу ущерба для рядом находящихся домов гораздо больше от проезжающего общественного транспорта. Угу. Вот они вред наносят гораздо больше, чем любые буровзрывные работы в метрополітені. Угу. Так, Михайло Олександрович, не можна спитати. Власне, багато містян так чи задоволені, чи не задоволені, всі по-різному, да, тим, що у нас деякі вулиці зараз перекопані. Да? Там, скажімо, це колишня Московська, зараз Мономаха, Січеславська набережна, де ще інше. Змінюється, ну, я так розумію, підземні оці комунікації. Да? От, за яким принципом відбираєте, де їх потрібно міняти? І що б ви сказали містянам, які не задоволені тим, що доводиться там, я не знаю, якось це обходити чи перестрибувати? Отбираются они прежде всего по причине аварийности. Мы анализируем всю обстановку, то есть касаемо это сетей водоотведения, водоснабжения, либо ливневой канализации. Мы видим, где наиболее у нас проблемные участки, а я это вижу онлайн, я вижу каждую заявку от каждого сотрудника, я вижу, захожу ежедневно 5-6 раз в день в наш контакт-центр, я вижу, где наиболее количество проблемных мест. И исходя из этого мы выбираем, допустим, мы смотрим, ага, если, например, там участок такой-то, такой-то, там произошло образно, там 80 засоров за последние там 3 месяца. Значит, на этот участок стоит уделить внимание. И я понимаю, что, может быть, жителям это некомфортно, но тут есть два варианта. То есть, либо мы будем жить и находиться, использовать сети, которые были построены 100, 150, некоторые 200 лет назад, либо мы начнем их плановую замену, начнем их плановую реконструкцию. Да, действительно, это приносит какие-то неудобства, но, к сожалению, выхода другого нет. И вы видите, сейчас идет замена сети электроснабжения по набережной Сычеславской, но все жители знают, какая проблема с перепадами напряжения, и компания ДТЭК, мы дали им согласование, они меняют полностью всю свою сеть, они тянут абсолютные новые линии для того, чтобы жители испытывали, то есть, ну, максимальный комфорт. Это касается и сетей водоотведения, и сетей водоснабжения. То, что для нас необходимо, то, что необходимо для горожан. Да, будет дискомфорт, но без этого будет еще хуже. Поэтому не менять сети – это не делать ничего. Так, таке питання. От, власне, коронавірус, да, він нікуди не подівся. Навіть ми, навпаки, бачимо тенденцію до зростання тих, хто захворів. Можна багато говорити це від кількості тестів, залежить від чогось іншого, але все ж таки, от питання, яке стосується безпосередньо того, чим ви займаєтесь, дезінфекція проводиться якось там під'їздів? Проводиться, но, к сожалению, есть очень серьезный негатив со стороны жителей. Я регулярно встречаюсь с представителями всех своих коммунальных компаний, то есть организации, которые у нас и предприятия, которые обрабатывают подъезды. Огромный негатив со стороны жителей, то есть некоторые подъезды их попросту не пускают. То есть все говорят, вы выдумали, коронавируса никакого не существует, весь коронавирус это там придумал какой-то там Дик Чейни или непонятно кто, это все миф, пожалуйста, не заходите. То есть, но тем не менее мы обрабатываем, и все заявки, те, которые поступают, и вся информация, которая поступает из лабораторных центров, из инфекционной больницы, мы вынуждены и будем продолжать обрабатывать те подъезды, в которых были выявлены люди. Мы не пишем объявление, что в вашем подъезде гражданин там Чванов с квартиры 12 заболел. Тем не менее, мы по умолчанию их обрабатываем. То есть, если есть противостояние со стороны жильцов, понятно, с жителями драться никто не будет, но пока на сегодняшний момент мы продолжаем это делать. Михайло Олександрович, останнє питання, 30 секунд у нас буквально лишається, але не можу не поцікавитись. От арена водних видів спорту, яка будується, це вже такий довгобут на Червоному камені, здається, вона там і 18-му, 19-му мала бути відкритись. Все-таки вона колись відкриється? Я думаю, сам, поскольку этим занимались, вы понимаете, это был такой переходной колпак, флаг от флага, один депутат тянул к другому, один депутат Верховной Рады передал другому, но тем не менее этим вопросом теперь занялся лично мэр города. Я уверен, что самый максимальный срок окончания этого строительства, это будет весна следующего года, это самый предел, а я думаю, что гораздо раньше. Ну, будемо сподіватись. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з заступником міського голови Дніпра Михайлом Лисенко. На все добре.